Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Константин Белый, и я отвечаю на ваши вопросы. Не так давно я рассказал о том, что собой представляет печь в обкладе и почему к этому у всех разный подход. Но, похоже, это сильно только подогрело. Люди, не вникая в суть, начали спорить. И спорить вот в чем. Спорить в том, что наши деды делали кирпичные печи, а я вот сейчас хочу разрушить этот стереотип. Ну, вы знаете, я не собираюсь ничего разрушать, тем более у моего деда тоже была печь кирпичная. Ну, не совсем кирпичная, это была, конечно, набивная мазанка, и она сделана была по русскому типу, и топилась она с одной стороны, а парили с другой стороны, закладка камня была в конце. Так вот, о чем знали наши деды, то, чего мы сейчас даже не можем сильно и увидеть. А знали они то, что они интуитивно знали вот эти законы физики. О том, что если печь длительно топить, она набирает тепло и потом отдает. Не так уж много, вот у нас на юге здесь не так уж много было этих дров. В основном топили там соломой и отходом от сельского хозяйства. Это бадылка, ну или стебли подсолнечника, кукурузы. Это и хворост. Всевозможные отходы от сада. И, конечно, как называли своего рода в нашем местности кизяки. Ну, это прессованная солома с отходами жизнедеятельности овец там, и другой живности. Так вот, вот это было как раз топливом. И это давало медленное тепло. Но это медленное тепло, потому что сколько печь это использовалась с одной стороны как бытовая, с другой стороны и для помывки и парения. Так вот, они об этом знали, что если медленно нагревать, то оно прогревается. Но мы-то сейчас живем век другой, когда у нас нужно все нужно делать быстро. И никто не будет ждать, когда это будет там с утра затопили, а вечером помыться. Нет, никому это не надо. Поэтому печи сейчас другие. Материалы другие, требования другие. И подходы другие. Понимаете, и мы не должны просто-напросто брать и автоматически копировать. Мы должны делать. Так вот, мы именно, что упускают современные производители. Они упускают то, что нужно современный материал совсем по-другому преподносить, совсем по-другому создавать. Вот что предлагаем мы, белые? Мы вот и предложили печь, новую печь, кардия. Это печь под обклад. Мы, во-первых, туда в обклад ставим не обычную чернуху там, или чугунину, которая изначально будет в дымоход выкидывать тепло. Мы ставим печь, которая будет экономить тепло, будет пускать это тепло на парогенерацию и быстро прогревать помещение. Многие скажут, а как это возможно? А так это возможно, если сохранить конвекцию. И тут же мне скажут, тогда я ухожу от того, чтобы наши деды делали и прочее. Так вот, вы поймите, не было тогда стальных печей и не делались саркофаги. Сама тогда печь была просто или кирпичная, или глиняная. Не было. А вы же как сейчас взяли? Ага, новая печь стальная. А давай мы ее кирпичом заложим. Заложили. И потом ждете, когда она вам нагреет. Мало того, срок службы ее сокращается резко. Да еще чернуху, я же говорю, туда ставить или чугунину. А мы ставим нержавейку. И вот кардия у нас
там полноценная жаростойкая сталь, если правильно говорить. Ну, нержавейка это в обиходе, как вот привыкли все говорить. Это жаростойкая сталь, обязательно жаростойкая сталь. И другой там стали не должно быть. Потому что там все-таки температура повыше, чем если бы она стояла, вот как наши, у нас есть же печи. Не обязательно печь обкладывать кирпичом или там камнем. При том, что разницы нет, как некоторые говорят. Вот нужно обязательно талькохлоридом. А в чем соль талькохлорида? Он набирает тепло, потом передает. Да вы к тому времени уже напаритесь и уйдете. Кому нужно ваше тепло? Это талькохлорид очень хорош для отопления. Но не для парения. Не нужен он для парения. И вообще все эти экраны нужны только для того, чтобы печь не излучала вот это вот инфракрасное тепло, которое все боятся. Или там, ну, мы делаем для этого, вот как у казачки твердыни, мы делаем реальные экраны из того же даже камня. Все нормально. Камень экранирует. Понимаете, вот вы сами задумайтесь. Но мы сохраняем и конвекцию, и парогенератор стальной. Мы это все делаем для того, чтобы это все продуктивно работало. Потому что мы не воюем с физикой. Мы физику берем за основу для своей деятельности. Потому что мы белые. Делаем все на совесть. Поэтому посмотрите. Вот сейчас последний буквально заказ нам. Кардия 35-я, которая на сегодняшний день, можно было бы сказать, одна из больших печей. У нас есть еще 50-я. Кстати, следующий заказ у нас идет 50-я. У нас на сегодняшний день это, можно сказать, очень стала заказываемая позиция. Большие печи, надежные печи, сделанные из жаростойкой стали. Вот посмотрите, как она сделана. Посмотрите, я вам сейчас покажу кадры, фотографии, маленькие видео, чтобы вы увидели, как нужно относиться к строительству печи. Смотрите. Нечистая сила. Сейчас, секундочку. Тебе как-то залезть.